Несколько недель назад наша съемочная группа побывала на одной из российских ракетно-ядерных баз в нескольких часах езды от Москвы. Сначала поезд, затем военный вертолет, и, наконец, мы оказались у пусковой установки, где в шахте спрятана ракета СС-17 с разделяющейся боеголовкой. Она нацелена на американскую ракетно-ядерную базу под названием «Уоррен», что близ городка Шайан в Вайоминге. Там, на базе «Уоррен», расположен штаб американского трехзвездного генерала Дерка Джемисона, который командует ракетными войсками стратегического назначения США наземного базирования. Этой ракете лететь до «Уоррена» 30 минут. Командир этой российской ракетной дивизии генерал Грибов спустился вместе с нашей съемочной группой в свои подземные, хорошо защищенные от следствий атомного взрыва, лабиринты. Можно спуститься еще глубже под землю, где скрыт боевой пульт управления, способный произвести запуск 10 ракет, одну из которых мы только что видели. Офицеры, дежурящие здесь, проводят в этих ядерных подземельях сотни часов в год. Они допускаются к дежурству, всякий раз сдавая предварительный экзамен на точное знание функционирования этой аппаратуры и последовательности всех своих действий. Они также подвергаются доскональному медицинско-психиатрическому тестированию несколько раз в год и оперативному перед каждым заходом на дежурство. Это люди, в руках которых находится судьба нашей планеты. И мне сообщают, куда нацелены их ракеты. Командир дивизии генерал Грибов также предпочитает этого не знать, хотя, конечно же, имеет на это полное право. Когда дается приказ на пуск ракет, наши ракетчики точно знают, как отличить учебный приказ от боевого. Американским офицерам, дежурящим на аналогичных пультах, командование не сообщает, какой приказ учебный, а какой всамделишный. Такого рода ракетные дивизии, ракетные армии разбросаны по всей России, а также Украине, Белоруссии и Казахстану. Однако невидимые нервы соединяют их в один единый ядерный центр, который находится в 25 минутах езды от Триумфальной арки на запад от Москвы, в местечке под названием Власиха. Ракетчики рассказывают, что в прошлом столетии тут находилось имение помещицы, которую местный люд звал не иначе, как Власиха. Еще несколько лет назад эти дороги и движения по ним контролировались нашей контрразведкой, и потому постороннему человеку невозможно было подъехать сюда и не быть остановленным. Всем этим огромным ядерным механизмом бывшего Советского Союза, состоящим из многих тысяч ракет наземного базирования, командует генерал-полковник Игорь Сергеев, главком ракетных войск стратегического назначения. Он родился в 1938-м в ракетных войсках с первого же дня их официального зарождения. Закончив Нахимовское училище, он поступил на командный факультет Академии Фрунзе, а потом вдобавок закончил Академию Генштаба. В США аналогичную должность занимает уже упомянутый нами трехзвездный генерал Дерк Джеймисон. Жизнь и карьера этих людей похожи как две капли воды. Разница заключается лишь в том, что ракетные войска стратегического назначения наземного базирования в СССР традиционно составляли и составляют основу ядерного кулака, а в США упор был сделан на ракеты, размещенные на подводных лодках и стратегических бомбардировщиках. Это и понятно. Америка – крупнейшая морская держава, СССР – континентальная. Так что географическое положение и различные принципы военной стратегии обеих стран предопределили появление асимметрии в ядерных триадах России и Америки, что создавало немалые сложности при ведении двусторонних переговоров по ограничению стратегических вооружений. 27 сентября 1991 года президент США Джордж Буш в своей речи, произнесенной из овального кабинета Белого дома, провозгласил создание так называемого US Threatcom, стратегического командования США, которое объединило под своим единым управлением все ракетные войска всех типов базирования. Что, в принципе, логично, поскольку не может быть отдельной ядерной войны, ведущейся ракетами морского базирования, отдельной ядерной войны, ведущейся ракетами наземного базирования или ракетами, размещенными на бомбардировщиках, тоже отдельно. Случись, не дай бог, война, она велась бы всеми силами и средствами одновременно. Стратегическое командование с первого же дня своего создания было подчинено непосредственно министру обороны США. Во главе Страткома мог оказаться лишь генерал ВВС или адмирал ВМС. Во главе единого стратегического командования США Джордж Буш решил поставить генерала Батлера, который, помимо всего прочего, может быть отнесен к категории наиболее крупных американских советологов. И вот, несколько недель назад впервые состоялась встреча людей, которые всю свою жизнь положили на разработку планов взаимного ядерного уничтожения, привыкших смотреть друг на друга сквозь ядерные прицелы. Добрый день. Добрый день. Это была первая встреча профессионалов ракетного дела.
или стратегических сил наземного базирования. Там, где, на мой взгляд, любая попытка выдать желаемое за действительное, немедленно бы расшифровывалась. Как с одной, так и с другой стороны. На всем протяжении советско-американских отношений переговоры о ракетно-ядерном разоружении от имени военных обеих стран вели русские и американские дипломаты. Но теперь военные решили встретиться напрямую. Так какие же переговоры эффективней? Я думаю, что одно другое не заменяет. Есть переговоры официальные, и мы не можем отбросить их. Какие бы ни были хорошие между нами отношения, это вопрос очень серьезный. Требуют они официальных переговоров, они требуют официальных договоров и систем проверки надежной. Это слишком важный вопрос, чтобы просто на честное слово другой стороны положиться. Но широкие контакты между военными, они размывают вот эту вот обстановку осажденной крепости, чрезвычайного положения, постоянной готовности к войне, в которой жили и мы, и они в течение долгих лет. И в нашем отношении это полезно, потому что это все-таки обеспечивает больший доступ общественности и политического руководства к осуществлению военной политики. Сейчас, к сожалению, далеко не все благополучно у нас с информированностью общественности в отношении военной политики. Кое в чем, я бы даже сказал, мы отошли назад по сравнению с периодом конца 80-х годов, когда многие вопросы гораздо более были открыты, больше информации предоставлялось. Но, тем не менее, как говорил известный всем деятель, процесс все-таки идет. И у нас сейчас открытость гораздо больше, чем была тогда, вот когда начинались переговоры. Тот период, о котором вы имеете в виду, когда был этот известный эпизод, сколь смехотворный, столь же, на мой взгляд, оскорбительный для нас и возмутительный, когда один из наших крупных военных представителей на переговорах по стратегическим вооружениям во время перерыва на кофе отвел в сторону американского военного представителя и сказал: «Ну зачем вы при наших гражданских говорите все эти цифры, наименования ракет? Это же секретный вопрос». В самом центре Пентагона, во внутреннем дворике, находится маленькая закусочная для офицеров Министерства обороны США. Но для наших генералов, по мнению американцев, именно она всегда являлась так называемой нулевой точкой прицеливания российских ракет, направленных на Пентагон. Первой в Вашингтоне была беседа Сергеева и председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Шаликашвили. Добро пожаловать в Пентагон. Спасибо. Спасибо, очень тронут вашим приглашением и вашим вниманием. I'm very happy by your invitation and your attention. You're very kind. May I ask you to sit down? Пожалуйста, садитесь. Please. General Popoff. How are you, General Popoff? So nice to see you. Насколько я бы вот дал оценку по увиденному, что это профессионалы своего дела. Подготовленные и офицеры, и сержанты, и военнослужащие. Они обладают чувством патриотизма. Они с гордостью служат в вооруженных силах Соединенных Штатов Америки. То есть, будем говорить так, и профессиональный, и моральный дух этих воинов достаточно силен. Сравнивая, конечно, все познается в сравнении. Я сравниваю со своими войсками. И должен отметить, что я не нашел явных слабостей своих ракетных войск. Я должен отдать должное, что офицерский состав подготовлен определенным образом, ни в коем случае не хуже. Те, которые находятся у нас на более-менее контрактной основе, те, которые служат как профессионалы, ни в коем случае не уступают американским профессионалам. Второй по счету была беседа с министром обороны США Эспином. Тогда он, правда, еще не знал, что скоро ему придется уйти в отставку.
Министр сразу же дал понять нашему главкому, что эта встреча не просто повод для того, чтобы сделать фотоснимок на память. Нашей съемочной группе Эспен и Сергеев разрешили присутствовать при начале их переговоров. Вот что сказал Эспен. В последнее время мы постоянно задаем себе вопрос, в чем заключается роль ядерного оружия в эту новую эру. И если бы вы смогли изложить свою точку зрения на этот вопрос, я думаю, это было бы очень полезно и для вас, и для нас. Как люди, откровенно говоря, я поражен их доброжелательством. На протяжении всего визита мы встречались с очень многими военнослужащими на трех ракетных базах, и в Пентагоне, и в работе, и при отдыхе. Это ни разу не проявилось какой-то враждебности, хотя, может быть, если бы она и проявилась, я бы воспринял ее нормально. С одной стороны, политически мы перестали быть противниками Соединенными Штатами. У нас остаются очень многие различия во взглядах, и будут оставаться эти различия. Но мы не считаем друг друга смертельными врагами, которые готовятся уничтожить друг друга по первому сигналу. С другой стороны, у нас остаются очень внушительные ядерные силы. Они сейчас в одностороннем порядке и с той, и с другой стороны несколько сокращаются. Подписаны договоры, которые предполагают еще более глубокие их сокращения. Но на обозримый период мы останемся ядерными державами. И я бы сказал, крупнейшими ядерными державами мира. Поэтому возникла настоятельная необходимость прямого контакта. Не только через дипломатические каналы, не только на встречах на высшем уровне, но и между теми людьми, которые этим непосредственно занимаются. И мне кажется, что эта встреча важна и сама по себе, и как символ действительно меняющихся наших взаимоотношений. Люди, которые всю жизнь занимались тем, что нацеливали друг на друга стратегические вооружения, сейчас встречаются, проводят достаточное время вместе, посещают стратегические объекты друг друга и ведут, в общем, деловой спокойный разговор, не строя иллюзий, в то же время отдавая дань тем крупным изменениям в отношениях, которые происходят между двумя странами. Мне не кажется, что генерал Сергеев чувствует себя словно на вражеской территории, находясь у нас. Он многое понял об Америке благодаря разговорам с нами. То, что объединяет людей, собравшихся в этом зале, по крайней мере, с моей точки зрения, так это то, что все мы братья по оружию, хотя, быть может, одеты в разную военную форму. Мы все убеждены, что, находясь на боевом дежурстве, мы служим своим странам. По крайней мере, такова моя точка зрения на это. Более 30 лет мы строили это противостояние с целью быть сильнее относительно друг друга. И у меня образ американцев был идеологизированным образом. Я скажу, что я увидел нормальных людей, у которых радости и печали такие же, как и у нормального человека. То есть у меня, очевидно, многое изменилось относительно того, что это такие же нормальные люди, как и мы. А они, наверное, увидели у нас нормальных людей. Мы можем хорошо делать профессионально свое дело, но мы, для нас не чуждо ничто человеческое. Сергеев был очень откровенен в разговорах с нами, и он поделился с нами своими глубокими мыслями относительно того, как русским и американцам двигаться вперед, оставаясь близкими партнерами. Мы не зацикливаемся на нашем прошлом, мы думаем о будущем. У меня сложилось ощущение, что наши военные, особенно руководящий состав, значительно больше находится на рабочих местах, чем американцы. У американцев, по-моему, это необычное дело в субботу или воскресенье быть в кабинете.
Я знаю, что вы здесь и в субботу, и в воскресенье, и все ваши коллеги, все главкомы, и министр. Почему так сложилось? Почему вот так? Почему они как бы научились отдыхать? Ну, если бы у них распались Соединенные Штаты Америки на самостоятельные штаты, то я бы посмотрел, сколько бы они работали, и в какие субботы, воскресенья, рождественские праздники. Поэтому и у нас часто работы хватает, и она объяснима. Объяснима тем, что мы должны в условиях России создать и реформировать, и поддерживать высокую боевую готовность, стабильность, неприкосновенность границ, суверенитет России. Все это мы делаем, в том числе и в неурочное время. Американцы, встречавшиеся с Сергеевым, выражали беспокоенность и политическими аспектами ядерного противостояния. Речь идет не только о рискованном дроблении некогда единых советских ядерных сил, но прежде всего о возможных катастрофических последствиях для ракетно-ядерной стабильности таких событий, как, скажем, октябрьский кризис 1993 года в Москве. Я не могу себе представить более кошмарного сценария развития событий, чем наступление хаоса в управлении ядерными силами и средствами в такой стране, как, скажем, Россия, которая насчитывает 11 временных поясов. В отличие от США, наш политический процесс отличается кризисностью и непредсказуемостью. А сильно ли отдавалось, так сказать, политическое землетрясение вокруг Белого дома 3 октября 1993 года здесь, во Власихе? Ощущали ли вы те толчки здесь? Насколько на вас оказывалось давление противоположной стороной? Столь же сильно, как на других главкомов, или меньше? Знаете, вы, конечно, задаете очень сложный вопрос. Я вам скажу только одно, что это были трудные времена для всех, в том числе для нас. И наша главная задача была, что бы там ни было, наша главная задача была в это время нести боевое дежурство, усиленно готовиться к нему, профессионально принимать боевые посты, исходное положение, осуществлять меры по наращиванию охраны и обороны боевых стартовых позиций, чтобы ядерное оружие не было той картой, которую вдруг кто-то захотел бы разыграть. Вот этого мы бы не допустили. Не потому, что мы такие хорошие. Потому что сам уклад нашей жизни, само понимание оружия той страшной силы, которая находится в наших руках, и ответственность в этих сложных условиях за судьбу своей Родины, за ядерную безопасность, за стратегическую стабильность, я думаю, она сформировала ракетчика таким, каким он есть, и который в этих сложных условиях продолжал выполнять свой долг. Я не знаю, кто мог бы позавидовать нашим военачальникам в тех условиях, когда вдруг оказалось у страны два президента, два министра обороны, и они отдавали взаимоисключающие указы, и по существу армии было предложено выбирать. Это такая ситуация, в которой ни одно демократическое государство просто не может позволить себе находиться, тем более ядерная сверхдержава. Армия в октябрьской ситуации сделала правильный выбор, но прецедент этот очень пагубен, потому что и армии не нужно такого выбора, и тем более стране не нужно такого выбора. Конституция не являлась в те дни тоже помощью в определении позиции. Так что нам просто повезло. Но что касается стратегических сил, то у них особое положение. Они отвечают за потенциал, который может и сейчас уничтожить все живое на Земле много раз. И дело не в том, что возникла какая-то там чрезвычайная ситуация, дело в том, что просто учитывая чудовищность этого потенциала, просто ни на минуту не может быть допущена такая ситуация, когда он оказался без твердого и однозначного, безальтернативного политического руководства. Я повторяю,
никаких ситуаций ЧП там не возникло в эти дни, но такое положение нетерпимо в принципе. Оно нетерпимо в принципе ни на одну минуту. Вот это и было очень печальной стороной тех событий, о которых, конечно, мало кто думал в те дни, потому что все были заняты другими вопросами. Когда в Москве били пушки и пулеметы косили людей, то о ракетах мало кто вспоминал. Но подспудно, как бы, за сценой, эта проблема присутствовала. И не дай нам Бог еще раз пережить такую ситуацию. Тем более, что штаб главкома ракетных войск находится всего в 25 минутах езды от Белого дома. Ну, конечно. Мне кажется, что для военных это был очень тяжелый момент. И мне кажется, что они не хотят быть вовлеченными во внутриполитические конфликты. То есть те события не только не развили у них вкус к такого рода мероприятиям, но наоборот, вызвали, наверное, еще большее отталкивание и отвращение к таким вещам. И я думаю, что политики должны обеспечить военным в этом смысле полную неприкосновенность. Политики должны свои решать вопросы без военных. Встретиться с человеком, концентрирующим в своих руках ядерную мощь бывшего СССР, хотели многие в Вашингтоне. В Нижней палате американского парламента российского главкома принял один из наиболее влиятельных конгрессменов США Чарльз Уилсон, который во время советско-афганской войны был главным организатором финансирования американским правительством маджахединов и поставки в Афганистан стингеров. As the way of a joke, I would say to the general that we feel very safe while he is here. Пока вы здесь, мы чувствуем себя в полной безопасности. Полной безопасности. Я вижу на вашем столе телефонную связь с системой «Металл». Если, не дай бог, кризис, я надеюсь, что эти времена миновали, вам приказ будет отдавать президент? Мне приказ будет отдаваться в установленном порядке. Но исходить он может только от президента. Но исходить он только от президента. Конечно же, нам с вами, как, впрочем, и всему миру, не может быть безразлично то, кто держит свой палец на российской ядерной кнопке. И речь идет не столько о главкоме, сколько о президенте. А что, если в 96-м году власть над кнопкой окажется не у того, у кого хотелось бы? Если можно нам, Владимир Вольфович. Здесь я поставил против всех. Что делать с главкому, который тогда будет возглавлять ракетные войска, в случае, если приходит такого рода человек, который отдает приказы, ну, скажем, нанести удар по Турции, или по Аляске, или по США. Вот представьте себе такую ситуацию. Ну, эта ситуация, конечно, кошмарная. Она, так сказать, из каких-то таких апокалиптических сценариев. Но согласитесь, реально. Ну, я все-таки надеюсь, что наша страна не дойдет до такого. И что это не произойдет. Но вопрос, который вы ставите, он закономерен вполне. Он кажется нам сейчас очень страшным, но в принципе в нем нет ничего нового. Это классический, ну, можно так назвать, классический нюрнбергский вопрос. Выполнять приказ или следовать собственной совести. И здесь никакие уставы, никакие конституции не помогут. Здесь уже каждый остается наедине, так сказать, со своей совестью и принимает решение для себя. Не выполнить преступный приказ и пострадать лично, попасть под трибунал, или выполнить преступный приказ, не пострадать, но совершить преступление. Вот в Нюрнберге по этому поводу раз и навсегда было принято однозначное решение о преступном приказе, которое вошло в международное право, и в международную мораль, в международную этику, да и во внутреннюю этику цивилизованных государств, что никакие уставы, никакие такого рода законы не могут служить оправданием преступного приказа. Ну, а уж что является преступным приказом, здесь, я повторяю, определяет каждый сам за себя. Тут, кроме своей совести, в момент принятия такого решения судей нет. Судьи могут появиться потом. Хотя в этом смысле ядерная война, конечно, исключение. Если она будет развязана, то не будет ни судей, ни подсудимых уже. Вы знаете, что американцев сильно напугали итоги выборов 12 декабря прошлого года. Что делают они для того, чтобы обезопасить свой народ и себя от такого развития ситуации? Ну, они не создают противоракетную оборону, я могу сказать однозначно. Они программу фактически эту отменили, свели ее к уровню тактической противоракетной обороны на поле боя.
Вот, хотя по логике вещей можно было предположить, что они кинутся сейчас создавать все-таки космический щит для того, чтобы себя обезопасить. Но они этого не делают. Они делают многое другое. Они пытаются по мере возможностей, когда-то удачно, когда-то неудачно, содействовать процессу стабильности в России. При этом процессу стабильности в России. При этом, конечно же, от них тут мало что зависит. Это наш вопрос, это наше дело. Но они со своей стороны стараются способствовать. Может быть, иногда не очень удачно это делают. Но это не из-за злого умысла. Естественно, американцам важно было заглянуть в глаза человеку, находящемуся наверху российской ракетно-ядерной пирамиды. А заглянув в эти глаза, они заметно успокоились и показали Сергееву свои наиболее чувствительные в военном отношении секретные объекты. Как, например, этот Boeing 747, прозванный летающим Белым домом. Этот самолет предназначается для президента Соединенных Штатов Клинтона. И вы обнаружите там внутри и кухню, и спальню, а также коммуникационный центр. Он обладает огромными возможностями. Он не вооружен? Нет, он не вооружен. И в случае ядерного кризиса он будет летать над Соединенными Штатами? Задача этого самолета заключается в том, чтобы он находился всегда вблизи президента Соединенных Штатов. У нас 4 таких самолета. Здесь есть самолеты такого рода на военно-воздушной базе Эндрюс близ Вашингтона. И куда бы президент ни полетел, этот самолет должен находиться вблизи от него. И, возможно, весь Белый дом может здесь разместиться. Нет, я не думаю, что весь Белый дом, но, конечно же, ближайшие советники президента будут находиться на борту этого самолета. Он поднимается когда-нибудь? Да, этот самолет выполняет разные задачи, и эти самолеты находятся всегда вблизи президента. Спасибо вам. Побывав на борту летающего Белого дома, наша делегация в сопровождении генерала Джеймисона отправилась осматривать другой совершенно секретный объект аналогичного порядка – самолет, где в случае ядерного конфликта будет находиться командующий американскими стратегическими ядерными силами генерал Батлер. Аппаратура, установленная на борту этого лайнера, способна поддерживать связь Батлера со всеми американскими пусковыми установками, где бы они ни находились – под водой, в небе или под землей. Этот самолет способен взять на себя функции, которые в мирное время осуществляет подземный центр боевого управления генерала Батлера. Они могут отсюда запускать ракеты. It's called our airborne launch control system. Это система воздушной пусковая система. I'll show you. Не переприцеливать, да? Can you also change the target? СВД. Система ввода данных. Сочленена с возможностью самолета. I didn't hear the question. I want to know if we could also change the target. Retargeting. Yes, we can do retargeting. Он защищен от факторов ядерного взрыва? Protected of the effects of the nuclear blast. Are we protected? Is there hardening? Is there hardening? ME, super ME. Not on this aircraft. No. The airborne launch control system consists of this system here, and it takes 2 officers. Это система пуска. The individuals will have keys, which they turn from here and here. А санкции он получит от президента? And the action will come from the president? Yes, only the president. Только. На борту он не имеет? Связи с президентом. If you lose your communications with president, can he launch? No. Потеря связи с президентом. Обязан иметь санкции. Обязан иметь. Обязан иметь право. А разблокирует ее получение все равно президент, да? Сейчас я попробую. But the orders, my understanding, the orders come from the president. If he loses the communications with the president, unless he receives That is correct. Значит так. Получается санкция только от президента.
Если в случае потери связи с президентом, он ничего не может делать. Ничего. Пока он не получит достоверные санкции, как вы выражаетесь, он ничего не может делать. Он ничего не запускает. Что бы ни было, при любых условиях. Даже если он погибает. Игорь Дмитриевич, вы были на борту так называемого летающего Белого дома. Да. Тот самый самолет, где будет находиться президент Клинтон. Один из четырех, вернее, самолетов, где он будет находиться в случае ядерного конфликта. Скажите, эта система имеет аналоги у нас? Или у нас иначе решается эта же проблема пребывания руководства в случае ядерного конфликта? Я хотел бы лучше обратить внимание на военный аспект этого управления. И сказать, что да, я был на самолете и президента, и генерала Батлера, командующего стратегическими силами. И я сам принимал самое активное участие в создании подобного воздушного командного пункта в вооруженных силах России. Я скажу, что у нас тоже есть такой же воздушный командный пункт, тоже обладает такими же вопросами. Мы с вами в штабе стратегического командования США. Если оперативное управление российскими ядерными силами раздроблено между тремя нашими главкомами ВМФ, ВВС и ракетными войсками наземного базирования, при, конечно же, доминирующем положении Сергеева, американский ядерный кулак в военно-техническом отношении сосредоточен вот в этом здании в руках Батлера. Создание стратегического единого командования позволило американцам добиться большей эффективности и избавиться от дорогостоящего дублирования в системе управления ядерными силами. В российском Министерстве обороны поговаривают о том, что, возможно, к 2000 году и у нас будет создан аналогичный орган управления, во главе которого, по логике, должен оказаться главком ракетных войск наземного базирования. У нас, вы помните, говорили, что у трех людей контроль, вот у президента Горбачева, у министра обороны, начальника генерального штаба. Причем никогда не было ясно, они друг друга дополняют или заменяют, или кто-то из них имеет больше контроля, чем другой. Вот у американцев в этом плане уже давно установлена полная ясность. Контроль у президента и больше ни у кого. Никакой главком, никакого контроля реально не имеет. Он выполняет приказания президента, и в этом плане он осуществляет контроль над применением вооруженных сил по приказу президента. Если президент вдруг погибнет или останется без связи, будет изолирован, разработан длинный перечень должностных лиц после президента, которые будут его преемниками вот, для того, чтобы взять на себя этот контроль. Это не министр обороны и не начальник, не председатель комитета, начальник штабов и не главнокомандующий. Это большой перечень, большая очередь, можно так сказать, должностных лиц гражданских, в том числе и лидеров Конгресса. Совсем иначе решается вопрос о том, под чей контроль перейдет российская ядерная кнопка, в случае, если Ельцин не сможет выполнять свои обязанности президента. У нас предусмотрено по Конституции, что в случае недееспособности президента его все функции переходят к председателю правительства или к премьер-министру. Так что эта кнопка перейдет, ну, условно говоря, кнопка, конечно, вы, наверное, объясните, что это более сложный аппарат. Это перейдет просто к его законному преемнику. А вот в условиях войны здесь очень большие есть неясности до сих пор. Во-первых, насколько президентский контроль требует еще какого-то дублирования. Вот у американцев нет такого дублирования. Никто, кроме президента, не контролирует ядерную кнопку в условиях конфликта. У нас тут, мы знаем, что у министра обороны есть кнопка, но мы не знаем, как эти две кнопки между собой соотносятся. Заменяют ли она одна другую, или они работают только вместе. И может ли одна кнопка вопреки другой что-то сделать? Вот этой всей информации нет. Я думаю, что скрывать такие вещи, это опять-таки дань нашим традициям секретности, потому что нужна ясность в этом вопросе. Это же очень серьезный политический и конституционный вопрос. И вопрос, опять-таки, политического руководства над армией и над военной политикой. У нас тут, как и раньше, может быть, даже еще в большей степени, чем раньше, существует неясная ситуация. Но знаете, есть целый ряд законов поведенческих и организаций людей. Вот один из них гласит, что на войне, если что-то может
случится неожиданно, если что-то может оказаться не в порядке, то оно случится всегда. Всегда все будет не по правилам, всегда все будет, все неприятности всегда происходят. Но если вот этому следовать, то если гражданский контроль в мирное время слаб или недостаточно над военной политикой, то в военное время он просто будет отсутствовать. Если гражданский контроль в мирное время достаточно жесткий и сильный, то в военное время есть шанс его сохранить, несмотря на все непредвиденности и неожиданности, которые всегда приносят с собой конфликт, особенно вооруженный конфликт. В нашей ситуации, вот в частности, если сказать о новой конституции, новой военной доктрине, по ним вся полнота руководства над вооруженными силами, военной политикой, военной доктриной, военным строительством, вся она сосредоточена в руках президента. Парламент и какие-либо другие органы фактически лишены в этом плане, лишены контроля, ну, кроме самого общего, как вот Государственная Дума через общий бюджет, и в том числе военный бюджет, она может какое-то косвенно очень далекое воздействие оказывать. Мне кажется, что самая большая ошибка здесь, что это предоставляет реальный контроль президенту. Это иллюзия контроля, потому что без парламента, без гражданского руководства Министерства обороны президент оказывается один на один с огромным военным истеблишментом, который он просто не может контролировать. Он никогда не получит всей информации, он никогда не получит суждения о тех вопросах, которые он должен поставить. И он никогда не получит анализа тех ответов, которые дают ему военные руководители. Президент не может сам контролировать вооруженные силы. При такой системе вот, двусторонних отношений очень быстро начинается обратный контроль. Вооруженные силы, как мощная организация, начинают контролировать руководителя политического. Не, конечно, не отдавая ему приказы, а просто соответствующим образом общаясь с ним на уровне информации, на уровне всех, так сказать, решений. Тоже долго, 33 года в ракетных войсках. Это путь, который занимает определенное место во времени. Приезд Сергеева сюда – это первый кадр из длинного-длинного фильма. Но, должен сказать, было время, когда я не знал, как закончится этот фильм. Я никогда не мог себе представить, что когда-нибудь во время моей активной военной карьеры, которая насчитывает 33 года, большую часть которой я посвятил планированию глобальной ядерной войны с Советским Союзом, что когда-нибудь в конце этой карьеры, последние 2-3 месяца моей службы, я посвящу поиску выхода из этого ядерного тупика. Судя по словам Батлера, можно предположить, что ядерный кошмар навсегда уходит в прошлое, если бы не кризисная ситуация в СНГ. Дробление некогда единых советских ядерных сил по национальным квартирам ежедневно создает сложности, которые вряд ли прекратятся даже после подписания недавнего заявления президентов США, России и Украины. В военно-административном плане ядерные силы на Украине подчиняются президенту Кравчуку, но... В оперативном плане, вот с точки зрения возможности запуска,
в силу систем предотвращения санкционированного пуска, все равно все ключи остаются в руках, ну, грубо говоря, Москвы, в руках центрального командного пункта Российской Федерации, России, которое это перешло по наследству от Советского Союза. Теперь стоит такой вопрос. Может ли Украина переделать эту систему с тем, чтобы подчинить эти средства себе не только в административном, но и в оперативном плане? И ответ здесь такой, что да, может. Может. Но на это потребуется достаточно длительное время, может быть год, а может быть и больше. Очень большие технические усилия и большие финансовые затраты. У нас есть сведения о том, что украинская сторона отключала центральную связь между центральными командными пунктами здесь и ракетной армией, которая размещена на Украине. Но отключение связи не предоставляет возможности украинскому руководству взять эту связь на себя и не позволяет им осуществить оперативное управление над ракетами, в том числе не позволяет им возможность осуществить запуски этих ракет. Это лишает Москву такой возможности, но не дает такой возможности Украине.